Хай, народ, с вами Альт, уже, наверное, третий раз записываю видео, потому что не загружалось долбанное видео из-за музыки. Я пытался вот вставить такую тихую музыку и при этом говорить, как делали некоторые блогеры, но не получается, не загружалось. Я сам не знаю, почему, может быть, у меня как бы, либо, не знаю даже, как это объяснить, но сегодня я хочу разъяснить, как бы сделать историю Джуни Теста, мультфильма Джуни Теста. Да, а чего бы и нет. Только жалко без музыки это все будет, потому что не работает. Не работает у меня это все, не загружается, поэтому будем без музыки. Может быть, что-то с этим я и сделаю. Может быть, или не может быть, или не может быть, да. Поэтому, да, да, мультфильм Джонни Тест. Раньше на стадиях этого мультфильма главными героями были его сестры. Это Мэри и Сьюзан. И мультфильм так и назывался. Мэри и Сьюзан. Да, но потом, но он был такой вот не экшовый, да? Не было экшена, мало было. И они решили его изменить и чуть не сделали лабораторию Декстера. И решили, наоборот, другое что-то сделать. И сделали больше экшена. И сделали главного героя Джонни Теста. Да, Джонни Теста. Джонни Теста. Они сделали Джонни Теста. Ну и чё? Джонни Тест, ну и чё? Джонни Тест. Ну и чё? Ну, он вышел довольно-таки экшеновым. Экшена было много. Поэтому, да, мне даже он понравился. И решили переименовать его в Джонни Тест. Хотя он назывался Сьюзан и Мэри Тест. Да, а не просто Сьюзан и Мэри. Сьюзан и Мэри Тест. Так и назывался. А потом они решили изменить его и назвали Джонни Тест. Сделали во главу Джонни Теста и его пса Дьюки. Ну и также на главном месте тоже немножечко остались его сестры Мэри и Сьюзан Тест. Почему у них фамилия Тест? Я не знаю. Ну, наверное, вам это решать. Да, еще я хочу сказать, что нашу реальную жизнь можно сравнить с игрой, потому что если много, то есть если прошло несколько дней, то игра может обновиться, стать новой. Так же, как и мир. Год прошел, мир новый. Как говорится, новый год, новый мир и новые проблемы. Да? Вот, допустим, был год, когда не было ручки. Наступил Новый год, ручка появилась. Вот так вот. Только она была другой, перьевой, но потом года прошли, и ручка стала вот такой. Да. Поэтому можно сравнить наш реальный мир с игрой. До новых встреч и всем пока, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Альт. До новых встреч.